В этом году коммунальщики отремонтируют участки канализационных сетей в селе Гвоздево и поселке Приморский Хасанского района. Капитальный ремонт затронет водопроводы сел Рубиновка и Нестеровка пограничного района, сел Анучина и Гражданка Анучинского района, села Хвалынская Спасского района, села Новогергиевка Октябрьского района. Проектирование новых объектов начнется в Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Хасанском, Пожарском, Харольском районах, Уссурийском, Пограничном, лесозаводском и Спасском городских округах. На проектирование, ремонт и строительство объектов водоснабжения и канализации городов и районов края из краевого и федерального бюджетов направили почти 300 миллионов рублей.